Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про бензопилу калибр BP2618U. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке. Комментируйте видео и ставьте лайки. Бензиновая пила калибр BP2618U предназначена для валки и раскрежевки распиливания на бревна деревьев, заготовки дров и выполнения других строительных работ. Две рукоятки пилы, передняя и задняя, оснащены устройством виброгашения. Пила может работать в любом пространственном положении. Зубчатый упор используется как опора бензопилы при пилении крупных заготовок бревен. Бензопила – инструмент, использующий в качестве привода одноцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Рабочим органом пилы является пильный аппарат, состоящий из бесконечной замкнутой пильной цепи, движущейся по шине. Коленчатый вал, приводимый во вращение возвратно-поступательными движениями поршня двигателя, передает крутящий момент на звездочку привода цепи. Вращение звездочки перемещает пильную цепь по направляющей шине. Двигатель работает на топливе из смеси неэтилированного бензина с октановым числом не менее 92 и специального масла для двухтактных двигателей. Он оснащен диафрагменным карбюратором и электронной системой зажигания. Для запуска двигателя служит ручной стартер и ручной насос, праймер. Для предварительной подкачки топлива в карбюратор. Ведущая звездочка приводится в движение автоматической муфтой сцепления. На холостых оборотах зацепление не происходит и пильная цепь не движется. Увеличиваем обороты двигателя до рабочих нажатием на рычаг управления дросселем. После отключения рычага управления дросселем обороты двигателя снижаются до холостого хода около 3000 оборотов в минуту. Цепь автоматически останавливается. Остановка цепи также осуществляется механическим тормозом двойного действия или при срабатывании автоматического инерционного привода при отскоке защемлении цепи. Пила имеет автоматическую регулируемую принудительную систему смазки пильной цепи. Подача масла насосом начинается при достижении двигателем рабочих оборотов. При снижении оборотов до холостого хода смазка цепи отключается. Регулировка натяжения цепи производится винтом при ослабленных гайках крепления шины. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Цепь нестандартная, такие под заказ. Ест многовато. При сборке нужно протягивать все болты. Цепь в комплекте из пластилина. Тяжелый вес. Теперь перейдем к положительным. Собрано отлично. Заводится и работает хорошо. Пластик достаточно хорошего качества. Мощный двигатель. Эргономично устроено. Запас лошадиных сил. Пилит доски и брус поперек уверенно. В штатном режиме работает отлично. В комплекте ключи, емкость для смешивания. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта!